Так, ломил, занимаюсь дальше. Перед покраской его нужно, конечно же, доварить. А доварить-то мне, оказывается, нужно было арки. То есть переделать полностью. Раньше были низкие арки, она находилась вот здесь вот. Сейчас покажу. Вот она, старая арка. Она находилась вот так вот, что мне вообще не нравилось абсолютно. Типа под мои большие колеса нужно поднять арку, и будет в одной линии с передним колесом по вот этому ребру смотреться и задней. Вот сейчас изготавливаю, подгоняю, вырезаю, буду прихватываться, привариваться. Вот. Такие дела, сейчас еще покажу, что. Так, а еще. Бак у меня стоит за спинкой. Естественно, у меня головина выходит, то есть сверху, то есть не как вот, да, вот сзади, снизу было. Мне надо было головину перевести сюда. И, то есть головина вот эта внизу, она не пойдет. Нашел крыло от старой 02, от первой середины, которой вот находится плечок сверху. Здесь вот это дело, кусок, нужно будет варить вот сюда. То есть кузовных работ еще как бы хватает. Плюс вот здесь вот надо все сварить. Вот здесь карманы старые уже вырезал. Гнилой от Волги, кусок от Тойоты. Все это вот начинаю сшивать. Кузовные арки вот мне потребуются, Волга, чтобы все зашить, заделать. Ну и еще все это обработать герметиком, то есть закрасить, короче, хватает еще делов. Тик. Ну, собственно, вот и результат. Все вровень, на точечке прихватил. Все идеально получилось. Тут вот самое сложное было сравнять с этим местом, но все четенько получилось. Теперь нужно мне арку зашивать. С этим делом, ну и все. Проваривать, защищать.